Азербайджан, родимый край, край талантливых музыкантов и певцов. Земля здесь словно засеяна музыкой, песни льются с небес. Карабах называют колыбелью музыки, консерваторией Азербайджана. Vatanımdır vatanım, vatanı sevmeyen insan olmaz, ayrılmalı, ayrılmalı. Vatanı sevmeyen insan olmaz, olsa da şahsa vicdan olmaz, ay ay dadi bey, ay ay aman ey. Sen beni benim köksümde çarpan ürek sev, ben senin köksümde küçük bir zerre. Bana kanat veren odur ürek sev, adına yazına vatan derim çöne, adına vatan derim ey ay dadi bey, ay ay dayman ey. Старинные мугамы в его исполнении обретают новую жизнь. Детскому ансамблю «Карабахские соловьи» всего 6 лет. Ансамбль юн и по возрасту его исполнителей. Самому младшему 9 лет. Но, несмотря на это, ребята довольно быстро завоевали известность не только в Азербайджане, но и далеко за его пределами. Они лауреаты Всесоюзного фестиваля «Русская зима» и Международного детского фестиваля «Пусть всегда будет солнце». Таджир Алахвердиев, ученик 4 класса. Выступление на сцене Большого театра явилось первым серьезным испытанием для Изахата Джафарова. Назим Зейналы. Раньше он пел только для себя. В поле, у реки. Юша, юша.
torpadan çok talaşma. Orayı yumuşak götür. Ey vatan torpağına sesleniyorum. Семье Ильхамиза все поют. Возможно, поэтому он пришел в ансамбль уже настоящим певцом. Мастеров прославила твоя земля. Узира Гаджибекова, Джабара Карьягды, Хана Шушинского, Рашида Бейбутова, Бюльбюля. Юные герои нашего фильма «Карабахские соловьи» достойны продолжатели этой славной традиции. Покорил Сейгях, Забу. Говорят, ты печален, Мугам. Непобедимый ты воин, Мугам. Острый меч в народной борьбе. Песня, рожденная в Карабахе, покорила сердца любителей Мугама в Баку, Москве, Болгарии, Германской Демократической Республике. Доброго пути вам, юные певцы!